Здравствуйте, друзья! Мы ведем свою трансляцию из усадьбы Михалкова. О ней снимают видео, пишут книги, но нигде мы не найдем такого. Масонское гнездо в 15 километрах от Кремля. Никто не задался вопросом, кому мы обязаны тем, что до сих пор такой интерес к усадьбе Михалкова. Посетители и исследователи смотрят и не видят, почему мы не понимаем. Это объекты архитектуры, башни, донжоны при въезде в усадьбу, украшающие элементы высоких массивных стен. Наконец, это флюгер.